Ко Дню России жителям округа вручают ленточки в цветах национального флага. Получить символ праздника люберчане могут в продуктовых магазинах, на заправках и по многим адресам центра города. Синий – это цвет неба, ну и цвет радости детей, мира над головой. Белый – это цвет победы. А красный – это цвет войн, которые прошла Россия, ну и СССР. С чем ассоциируется наша страна? У большинства с российским флагом. Символичный подарок в эти дни попал в каждые руки. Люберчане с радостью принимали триколор, ведь для многих День России не просто дополнительный выходной, а нечто большее, глубокое. День России для меня все. Россия для меня это все. Для меня это патриотизм, вот чувство патриотизма, и которое нас должно объединять. Я уже 37 лет работаю в школе учителем математики, и все 37 лет пытаюсь привить чувство патриотизма своим ученикам. Акция «Ленточка триколор» стала традиционной для главного праздника страны. Ее основная цель – показать единение людей. Поскольку постепенно такой снимается режим ограничений, но мы все равно стараемся особо сильно не создавать вот такой вот движение, конечно, использовать все санитарные нормы немноголюдно, но люди так, с удовольствием, какая-то разрядка после таких напряженных месяцев. С Днем России. Спасибо большое. Желаем счастья, успехов. Спасибо огромное. Десятки волонтеров вышли на улицы, чтобы поздравить люберчан. Им предстояло раздать 20 тысяч ленточек в цветах национального флага. С Днем России. Спасибо большое. Вас крепкого вам здоровья. Вам также. Отвечали за праздничное настроение жителей самые активные добровольцы в центре Люберец. Символ праздника раздавали студенты техникума имени Гагарина. Мария и Михаил – завсегдатые патриотических движений округа. Волонтер – это мое внутреннее «я». Я считаю своим долгом помогать людям и раздать символ нашей страны. Я люблю свою страну, я ее патриот, я ее уважаю. Акция «Ленточка триколор» длится 3 дня, с 10 по 12 июня. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.